Организатором всероссийского фестиваля является Державинский, поэтому первым на сцене выступает университетский джаз-оркестр. Попасть на фестиваль могли все желающие – студенты, преподаватели и просто жители Тамбова. Фестиваль, как и всегда, стал местом, объединяющим всех любителей джаза. Это сохранение, поддержание культурных традиций для всей Тамбовской области. Мы сегодня выпускаем музыкантов, вокалистов, которые также известны за пределами региона. Поэтому данный фестиваль, наверное, невозможно переоценить. Это действительно важно, чтобы все знали, что в Державинском есть музыка, на Тамбовщине есть музыка, и в России есть качественный, хороший джаз. Выступают здесь не только музыканты. Некоторые композиции исполняются вместе с вокалистами. Для коллективов такой фестиваль – это возможность обменяться друг с другом новыми наработками и интересными программами. Участниками джазового фестиваля в этом году стали студенты и преподаватели Державинского, а также профессиональные коллективы и исполнители. Причем не только из Тамбовой области, но и из регионов соседей – Липецка и Воронежа. Кроме того, выступят на сцене музыканты из Саратовской области. А оценивать все выступления будут известные музыканты и артисты. Один из тех, кто будет оценивать выступления – Станислав Акулов, эстрадный пианист и вокалист. С 2013 года входит в состав группы «Кабинет». Сегодня музыкант не только в составе жюри. В конце фестиваля он также выйдет на сцену и исполнит пьесу на фортепиано, а также несколько вокальных композиций. В чистом виде я все-таки разделяю очень важные два критерия. Первый – это чисто воды джазовый музыкант до мозга кости. Это один вид музыкального индивида. А есть около джазовые музыканты. Термин этот не нужно уничижать, потому что это люди более широкие, они не узконаправленные. Вот я отношусь к этим людям около джазовым. То есть это люди, которые охватывают и эстрадную практику, и джазовую. Но полностью в джазе не раскрываются, а раскрываются в разных ипостасях. Нужно отметить, что обладателей гран-при будет ждать специальный памятный подарок – профессиональный джазовый микрофон с гравировкой. Полина Матовникова, Александр Чекмарев, Евгений Мещеряков, «Область новостей».